захотелось нам арбузика. И разрезали тот, который еще с Карелии приперли. Мур говорит, что угу, как ватный. Все, сезон арбузов Йокс, друзья мои. Чуть-чуть тише сделаю, знаешь, для чего. Угу. Уже все не хрустящий. Больше 2500 лайков в инстаграме. А как фильм называется, не помнишь? Скажу. Угу. Что такое? Стажер, любимый актер там играет. Не помню, как его зовут. Да, это седой мужичок классный. Обожаю его. Телефон видел, как его достал. Калькулятор. Три 55, а в 4 совещания. Арбуза хочется, но он такой никакой, да? Неужели все? Да. А так арбуза хочется, прямо такого свежего, хрустящего откусишь. А как говорит, чаще моргайте.
Эту актрису обожаю, да? Классная. Смотри. Да моргай. Блин, какие они классные, он и она, я их обожаю. Вот середка еще ничего, вот центр, а ближе к кожуре это вообще ужас. Может, середку съедим ложками? Берись. А то, думаю, можно солить. Соленый он вкусный, даже вялый. Ну что ты не морщишься? Соленый вкусный он. Можешь, любимая жене, середку вырезал. Спасибо. Я могу тебе ложку подать, хочешь середины? Это вы покупали где, в машине или в магазине? Магнит. Прикинь, их туда пока доперли. Отсюда. А до сюда еще перли. Вот вам и паршивый арбуз. Можно еще попробовать на базе купить завтра на обратном пути, да? Вдруг попадется нормальный. Мне так хочется арбуза, я его 3 дня хотела. Но это разочарование. Арбузчик съем. Закупаю. Арбузик хочешь? Вкусненький. В отличие от арбузика. Можно вообще завтра на базу заехать и посмотреть, если бы это огурцы взять на закрутку. И помидоры. Извините. Хочешь? Не говорю. Приятного аппетита, дорогие мои друзья. Кушайте с удовольствием. Доброй ночи.